Здравствуйте, дорогие друзья! Я сейчас запишу короткое видео по регистрации в партнерскую программу компании Karatbank Coin. Для того, чтобы зарегистрироваться, вам нужна ссылка, нужно получить ссылку, и вы вставляете ее или кликаете по ссылке, или вставляете в браузерную строку. Выходит вот такой сайт, где нажимаете Affiliate Registration, регистрация партнера. У вас открывается новая страница, и на этой странице вы указываете, заполняете все эти графы. Регистрация писать только латинскими буквами. Почту обязательно указывать на gmail.com и проверяйте запись, правильность написания вашего имени, фамилии, адреса, всех данных, только потом нажимаете на регистр. Я сейчас буду делать регистрацию нового партнера. Пишем в первой строке имя. Вторая строка – фамилия. Третья строка – указываем Gmail-овский адрес обязательно. Так, неправильно. Вот, видите, пока тут я с вами разговаривала. Так. Gmail.com. Так. И все нужно пропечатывать. Не проходит регистрация, если вы копируете и вставляете. Здесь следующая строчка «Your website». Но если у вас есть какой-нибудь сайт, вы можете сюда указать, но это не обязательно. Дальше с левой стороны идет указание там Google Plus или там какой-то тоже веб-сайт или Facebook. Вы можете сюда указать, но я ничего не указывала пока. Потом это можно будет указать. Дальше правая сторона, адрес Line 1. Сюда указываете только улица, название дома, квартира. На строке адрес Line 2 не пишите ничего. City указываете город. Zip указываете индекс. Здесь land страна. Здесь выбора нет, поэтому здесь вы должны прописывать сами, если это Россия, то Россия, свою страну латинскими буквами. И номер телефона тоже в международном формате. То же самое указываете сюда. Дальше пишем логин. В логине должна быть обязательно одна заглавная буква, какие-нибудь цифры. И там придумайте, обязательно запишите себе этот логин, вернее пароль, чтобы не потерять. И ваш логин будет, вашим логином при регистрации будет почта, которую вы указываете при регистрации. Так, все написала, проверил, нажимаем регистр. Не сохраняем. Дальше у нас выходит такая страничка, где написано Karatbank, логин на страницу, поэтому здесь мы пишем почту, как я уже сказала, логин почты, да, свой почту указываем, gmail.com. Дальше мы пишем пароль, который записали. Так, дальше нажимаем логин. Не сохраняем. Так, мы переходим. Вот такой кабинет у нас открывается на английском языке. И нам с левой стороны в меню смотрим такую кнопочку All Product. Вся продукция. Я извиняюсь, если я неправильно произношу английский, я не изучала, поэтому, ну, простительно. Так, нажимаете сюда. Выходит у вас такой этот баннер. Karatbank ICO, где зелененькая кнопочка Apple. Нажимаете левой кнопкой мышки на эту кнопочку. Вам открывается второе окно здесь же. Нажимаете снова левой кнопкой мышки
на эту строчку. И у вас уже открывается вот такая страница с двумя ссылками. Верхняя страница, вот это как раз и будет регистрация, ссылка на регистрацию в ваш кошелек Каратбанка. Поэтому что мы делаем? Мы копируем, выделяем эту ссылку, копируем, вставляем ее во вторую в браузерную строку и переходим по ссылке. Переходим по ссылке, нам открывается ссылка на наш будущий кошелек Каратбанк Coin. Мы нажимаем здесь «Buy tokens now» на эту кнопку. Нажали. Дальше нас перекидывает на регистрацию. Сюда мы указываем email. Лично я указывала, как и для партнерского сайта, один и тот же данные, так и сюда. Вы можете писать разные, но чтобы не путаться, лучше указываем одинаковое. Так, нажимаю ком, написали почту. Здесь нужно написать пароль и повторить пароль. И вся, в принципе, регистрация. Написали один раз. Второй раз. И нажимаем на регистр, на регистрацию. Когда у нас правильно написаны пароли и пароли совпадают, у нас будут вот такие зелененькие галочки. Все, нас перекинуло в кошелек. Именно кошелек, да, Каратбанк, который мы открыли. Мы нажимаем, и здесь у нас, смотрите, мигают красные точечки. Confirm email, нужно подтвердить email. Вот только здесь надо будет подтверждать. Поэтому мы заходим на почту. Вот она, Каратбанк, confirm email. Это письмо, мы его открываем. И у нас такое письмо, такое сообщение, типа баннера. Пожалуйста, кликните по ссылке. Вот этот баннер синенький. Confirm. Нажимаем сюда. И нас переносит именно в кабинет. Вот нас перекидывает опять на нашу. Здесь мы указываем логин. Также у нас будет наша почта. И пароль, который мы указали. Так, войти. Войти. Здесь уже стоит русский. Можно выставить. Вот на этом сайте здесь можно выставлять любой язык. Русский, тут китайский или японский, и тот есть, да, испанский, английский, немецкий. Поэтому довольно-таки 6 языков распространенных. Здесь можно выставить на русский язык. Теперь что нам нужно сделать дальше? В кошельке, именно в кошельке. Введите адрес кошелька. Для этого надо нажать левой кнопки. Нажимаем на эту строчку, на «Введите адрес кошелька». Нам выходит всплывающее окошко. Здесь написано «Введите наш адрес Ethereum кошелька». Нажимаем сюда «Введите адрес кошелька» на эту строчку. Нажимаем сюда, и вот выходит следующая страница, где мы указываем сюда номер своего, адрес Ethereum кошелька, и нажимаем обязательно на галочку «Установить». Обязательно нажимаем на галочку «Установить». И, в принципе, наш кошелек на этом будет открыт. Дальше я перехожу вот на кабинет, обратно в кабинет, который вот у нас остался, партнерская, по партнерской ссылке, да. И здесь я хочу показать вам еще одну фишку в этом кабинете. Это уже потом, когда вы там
откроете кошелек, сделаете регистрацию, внизу найти, как найти с вашу реферальную ссылку. Вот она здесь, Your Referral Link, это ваша реферальная ссылка. Вы ее копируете и можете давать эту реферальную ссылку, независимо от того, успели вы купить токены или не успели, вы можете приглашать людей и строить свою структуру. А вот эта вторая, как я уже сказала, первую ссылку мы копируем для того, чтобы открыть свой кошелек, а вторая ссылка нас выводит на... Мы ее копируем, и я тоже вставляю ее в браузерную строку, переходим, и она нас выводит именно на сайт. И здесь тоже на этом сайте мы можем выставить языки. Так, сейчас вот я что-то тут она, вот, выставляем русский язык. Здесь очень много языков, очень грамотный, кстати, русский язык. Очень грамотный перевод. И у нас здесь все есть абсолютно про нашу монету Karatbank. И дорожная карта, и подробнее, и про команду, и white paper, и сайт-визитка, авторизироваться. То есть люди могут и с этого сайта, это как лендинг-пейдж такая, как страница, этот, рекламная страничка, вы можете... И по этой странице тоже могут люди регистрироваться. Вот, допустим, если нажать сюда на авторизироваться, да, вы кому-нибудь дали, вот, и ссылка уже как бы здесь она прописана, вы человеку дали, человек ознакомился с монетой, прочитал, и, ну, у меня сейчас кабинет открыт, поэтому я как бы попала в кабинет, но вот если я сейчас отсюда выйду, обязательно выходите через кнопочку «Выйти из кабинета». И если я сейчас с кабинета выйду, то вернусь назад по этой ссылке. Сейчас, секундочку, я снова поставлю. Тогда вот нам останется, мы можем ее сохранить себе в закладках. И вот эту ссылку мы можем, по этой ссылке мы можем посмотреть этот сайт и внимательно прочитать план развития про монету. Здесь есть видео, очень много всякой информации, биржи, на которых будет компания продаваться. Обо всем этом я еще подробнее расскажу в следующих видео, а сейчас я не буду занимать долго ваше время. И на этом вот такая простая регистрация, она и закончена. До свидания, с вами была я, Светлана Штраус, Финляндия. Ссылка на регистрацию будет под видео. Для получения информации подписывайтесь на канал.